раз самый запоминающийся полет? Ну, наверное, да, вот с Андреем Анатольевичем соглашусь, это первый показной полет. Вот, у меня он проходил в 2010 году в городе Ахтубинск. Была очень такая искушенная публика, это показ был для летчиков-испытателей. Вот, поэтому... Волнительно было, да. Такой экзамен был, да, да. На профессиональность. Хорошо, есть ли какие-то вопросы у тех, кто находится сейчас в зале? Есть...